Материнский капитал с 1 января индексируется на 3,8% до 466 617 рублей. Это одна из самых хороших новостей 2020 года, поскольку с 2015 года мат-капитал не увеличивали. Последние годы он равнялся 453 026 рублям. Также будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали. Кроме того, изменились правила получения ежемесячной денежной выплаты из средств МСК. Это касается тех семей, у кого, начиная с 1 января 2018 года рожден или усыновлен второй ребенок, еще и доход за последние 12 месяцев не превышает двукратной величины прожиточного минимума населения, трудоспособного населения в Кемеровской области. Эта сумма составляет 22 022 рубля. Ранее порог доходов семьи был не выше полуторакратной величины прожиточного минимума. 14 887 рублей. Также в два раза увеличена продолжительность выплаты. Родители смогут ее получить, пока ребенку не исполнится 3 года, вместо полутора лет в 2019 году. Владельцы сертификатов могут обратиться трижды. Первая выплата будет до 1 года, вторая будет до 2 лет и до 3 лет. Третья выплата. Каждый раз им надо будет подавать новое заявление и весь необходимый комплект документов. Ежемесячная выплата из МСК в 2020 году равна прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания и составляет 10 778 рублей в месяц. Кстати, в 2019 году в Ленинске-Кузнецком за ежемесячные выплаты обратились 72 семьи. А сертификаты на материнский капитал получили 835 семей. Напомним, что Владимир Путин предложил выплачивать федеральный материнский капитал уже при рождении первого ребенка. Инициатива прозвучала во время обращения президента к федеральному собранию. Получить сертификат на сумму 466 617 рублей смогут те семьи, в которых первенец будет рожден после 1 января 2020 года. Галина Лена, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.